Производственно-коммерческая фирма «Луидор» является сертифицированным кузоводоработчиком коммерческих автомобилей, ведущих мировых автопроизводителей. ПКФ «Луидор» входит в крупнейший российский холдинг группу компаний «Луидор». Начав свою деятельность в 2008 году, компания за короткий срок стала одним из российских лидеров по производству автобусов малого класса и спецавтомобилей. Наибольшее развитие компания получила с началом ввода в эксплуатацию нового производственного комплекса в городе Балахна Нижегородской области. Особенно значимым проектом является выпуск пассажирских автобусов, грузопассажирских автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи в рамках генерального подряда с АО «Mercedes-Benz Rus» и концерна «Daimler AG». ПКФ «Луидор» сегодня – это производственные подразделения, способные выпускать до 1000 машин в месяц. Экспериментальное производство для создания опытных и предсерийных образцов. Серийное производство продукции на сборочных линиях. Собственное производство автобусных сидений и комплектующих. Внушительные складские площади для хранения материалов и готовой продукции. Наличие одобрений типов транспортных средств от ЭТС на большое количество моделей. Помимо серийного выпуска пассажирских автобусов различного назначения на базе кузовов ведущих мировых автопроизводителей, ПКФ «Луидор» изготавливает нестандартные автомобили по индивидуальному заказу, бизнес-купе, автобусы для перевозки детей или людей с ограниченными возможностями, ритуальные автобусы и лаборатории. Поэтому клиенты ПКФ «Луидор» всегда могут быть уверены в том, что получат автомобиль, который четко отражает их цели и выполняет возложенные на него задачи. Уважаемые коллеги и партнеры, спасибо вам за доверие к ПКФ «Луидор» и нашей продукции. От всей души желаем вам многие километры хорошего настроения, высокой скорости при достижении целей и зеленого света всем вашим мечтам.